Художница, акварелист, человек большого таланта и жизнелюбия. В культурном и творческом пространстве Алла Филимонова фигура значимая. Ее работы хранятся в белгородских и страсбургских музеях, в частных коллекциях. Теперь воздушные акварели известной художницы можно увидеть в альбоме «Жизнь Алла Филимонова», изданном компанией «Металлоинвест» по инициативе депутата Белгородской областной думы, первого заместителя генерального директора, директора по производству управляющей компании Андрея Угарова. 1 сентября в конференц-зале Страсбургского технологического института состоялась презентация издания. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. Прикоснуться к прекрасному, увидеть прозрачную, волнующую воображение акварель. Для этого не нужно идти на выставку. Достаточно взять в руки новое издание. Альбом, выпущенный к юбилею Староскольской художницы. «Жизнь Алла Филимонова» – образец продуманного и великолепно исполненного искусствоведческого издания. Решение о выпуске книги было принято депутатом Белгородской областной думы, первым заместителем генерального директора, директором по производству управляющей компании «Металлоинвест» Андреем Угаровым в рамках реализации ряда просветительских проектов. Ранее при поддержке «Металлоинвеста» вышли издания «Василий Смотров в объективе «Жизнь», «Илья Хигай. Живопись. Оскольская зима». Продолжением серии стал альбом графики и акварелей Аллы Ивановны. Презентация издания собрала в конференц-зале «Эстейни Тумисис» деятелей культуры и искусства Белгородской области, администрации Староскольского городского округа, бывших и нынешних работников ОМК. Мне удалось на сайте посмотреть эту книгу. Абсолютно все понятно. Вот есть картины, где надо много домысливать, чтобы надо понять эту картину. Но здесь вот действительно это жизнь. Особенно тех, кто вырос на природе, в сельской местности в основном, абсолютно понятны все эти картины и, в общем-то, понятны мысли художника. Я думаю, это великое дело, которое... Благодаря участию Андрея Алексеевича сегодня мы здесь презентуем. Это будет хороший подарок для Старого Оскола, для нашей Белгородчины. Творческий путь Аллы Филимоновой – путь непрерывного просвещения, работы над собой, оттачивания мастерства и художественного видения. Алла Ивановна жила работой с детьми, живописью и акварелью. В искусстве художница находила ответы на многие вопросы. Нести красоту в мир – таким было ее предназначение. Поддержать зрелого, состоявшегося художника, а в его лице культуру и просвещение в Старом Осколе решила компания «Металлоинвест». Символично, что презентация сборника «Жизнь» Аллы Филимонова вышла в канун Дня города, отметила заместитель главы Староскольского городского округа по социальному развитию Светлана Востокова. Огромное спасибо Андрею Алексеевичу Угарову, Оскольскому электрометаллургическому комбинату, управляющей компанией «Металлоинвест», потому что вы неразделимы за то, что вы не только можете делать качественную сталь, но вы поддерживаете образование, культуру, физкультуру, социальную сферу всю Староскольского городского округа. И книга, которая вышла в свет, альбом, который вышел в свет, это не первый ваш подарок городу. И низкий поклон за то, что вы оставляете такое наследие следующим поколениям. Поэтому, безусловно, она будет во всех библиотеках, она будет в художественном музее для того, чтобы можно было видеть, что делали на этой земле и делают наши староскольцы. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственность Алла Ивановна была удостоена благодарности губернатора Белгородской области. Сама художница не смогла присутствовать на презентации из-за тяжелой болезни. На встречу пришли ее дочь Илона и мама Людмила Павловна. Награду передали дочери. Для семьи Филимоновых презентация альбома – это долгожданное и важное событие. Бесконечно благодарна организаторам этой презентации. Я благодарна как Андрею Алексеевичу Угарову, всем вам. Я благодарна всем людям, которые посетили, сейчас пришли на эту презентацию. Спасибо вам огромное всем, от всей души. Я его получила еще несколько месяцев назад, потому что мама мне его привезла. И я была в восторге. В восторге от его оформления, от того, как он выглядит. Вообще очень интересные книги. Все мои друзья, которые даже были не связаны с искусством, приходили ко мне в гости и видели эту книгу. Они даже не знали мою маму. Они были тоже в восторге. Книга просто невероятная.
Это большое событие, конечно, для художника, когда выпускается такой альбом. Спасибо Андрею Алексеевичу Угарову, потому что, ну, мало кто может спонсировать, может понять, что нужно спонсировать. Это очень приятно для всей нашей семьи, что есть такой альбом. И всем создателям этой книги. Это была очень интересная работа. Я видела, как происходит эта работа. Это очень сложно. Спасибо им большое. Идея выпуска альбома принадлежит кандидату филологических наук, доценту Истине Тумисис, подруге художницы Ларисы Анпиловой. К изданию сборника максимум усилий и знаний приложили коллективы управления корпоративных коммуникаций ОМК и медиацентра. Большую работу проделал фотокорреспондент Валерий Воронов. На самом деле, такое символичное получилось, но, вы знаете, оно получилось нечаянно. Первый же день, когда мы начали съемку работ в художественной школе, Валерий отснял более сотни работ. И вот десятки работ перед глазами, портреты, пейзажи, миниатюры, натюрморты. И почему-то вдруг сразу очень остро встал перед нами вопрос, а что мы будем делать на обложку? И, знаете, варианты не обсуждались. Вот как-то нас озарило, осенило, а вот давайте-ка сделаем так. Причем мы же рассуждали при этом, аргументы были каковы. Во-первых, это должна быть знаковая работа. А во-вторых, это должна быть такая работа, что вот ткнешь пальцем и скажешь, о, это Алла Филимонова. И почему-то единственный вариант вот с этой работы, с шедевром, с ее, а эта работа громко и смело называется «Жизнь», это ее название. И вот таким образом у нас появилась и картинка на обложке, и название у книги появилось, и появился внутренний стержень, определивший логику развития этой книги. Она стала вырастать под этим названием, она стала обретать плоть, именно следуя этой логике. Как соучастница событий я могу сказать, для меня сегодня очень важно, что это уже третья книга о творчестве наших московских художников. Причем третья книга, вышедшая за последние 2 года. Я думаю, это прецедент не только для Старого Оскола, но и для Белгородской области в целом. Потому что на такие поступки сегодня, к сожалению, способны немногие. Издание для будущих поколений. С альбомом «Жизнь» Аллы Филимоновой можно познакомиться во всех библиотеках и учебных заведениях города. Вдумчивый читатель найдет для себя глубокий анализ творчества художницы. Для тех, кто любит созерцать, более 120 акварельных и графических работ. Удивительный и тонкий мир, изображенный кистью доброй, лучезарной женщины, искусным художником. Книга действительно получилась не просто альбомом репродукций. Она пронизана любовью создателей и лично к Алле Ивановне это чувствуется, и к ее творчеству, и к тому, что авторы делали. Поэтому моя большая благодарность лично Андрею Алексеевичу Угарову, большой поклон ему за то, что такие встречи у художников со зрителями происходят. И, конечно же, всему авторскому коллективу. В издательский коллектив вошли начальник управления корпоративных коммуникаций ОМК Михаил Каширин, дизайнер медиацентра Надежда Стахурская, фотографы Валерий Воронов и Василий Смотров, корректор Татьяна Денисова. Поддержку оказали и коллекционеры, у которых находятся полотна Аллы Филимоновой. Они открыли личные хранилища для подбора материала. Собрать и сохранить. Главное, что удалось коллективу издателей, убеждена директор выставочного зала «Родина» Наталья Гончаренко. Старому Осколу повезло в том, что есть люди, которые готовы поддерживать издание таких замечательных книг о художниках, способны сделать такую презентацию, которая является серьезным поводом гордиться Старым Осколом. И есть люди, которые могут достойно сделать такое издание, которое не стыдно показать совершенно в лучших библиотеках мира. Альбом, который никого не оставит равнодушным. Так охарактеризовала издание директор Белгородского филиала Российского фонда культуры Раиса Фирсова. Художник очень старается, чтобы остался какой-то след не только в душах у человека, но и вот как-то это отразилось в книге, в буклетике небольшом. А что он так важен для художника? Я говорю, для вас важна трудовая книжка, ваш трудовой путь. Так вот, для художника, для творческого человека это тоже очень важно. Смотря на этот альбом, я могу только коротко сказать. Это образная картина жизни и судьбы
человека из мира искусства нашего времени. Это Алла Ивановна. Хочется вспомнить слова, когда-то Бродский сказал: «Россия — уникальная страна, которая познает себя через культуру». Вот в городе Старом Осколе есть замечательный Оскольский электрометаллургический комбинат, есть компания «Металлинвест», есть замечательные работники культуры и искусства, низкий всем поклон, и пусть таких никакая техника не заменит живого общения вот с книгой. А это не просто книга, это путешествие по замечательной выставке и по тонкому ее искусству – акварели. Директор по социальным вопросам ОМК Ирина Дружинина преподнесла первый экземпляр альбома «Жизнь» Аллы Филимонова дочери художницы. То, что Андрей Алексеевич особо поддержал уже третий проект, тоже вы уже не раз их перечисляли здесь сегодня. Я думаю, что это неспроста, потому что я вот хочу сейчас вспомнить о Светлане Петровне Угаровой. Ведь она была истинным ценителем и любителем искусства. Один из ее любимых художников был Клинт, и она очень любила искусство и прививала его своим внучкам. И несмотря на то, что у нас Андрей Алексеевич заслуженный металлург Российской Федерации, директор по производству, он всегда про себя говорит, что, в общем-то, в душе я гуманитарий. Наверное, благодаря этому что-то вот дает этот толчок, и вот такую интуицию, такое чутье именно помогать искусству и культуре. И поэтому мы сегодня имеем действительно такой результат, такое замечательное событие – выход нового альбома. Я думаю, что мы все действительно еще раз поблагодарим Андрея Алексеевича за такой замечательный подарок всем нам ко Дню города. Спустя несколько часов после окончания презентации Аллы Ивановны Филимоновой не стало. Память о ней хранится в душах людей и в ее альбоме, ставшем последним прижизненным изданием репродукции произведений художницы. Глядя на эти прекрасные акварели, перед глазами зрителей снова и снова будет появляться образ лучезарной, счастливой и талантливой женщины, которая умела восхищаться простотой и необыкновенностью жизни.